Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Тексас, студия StarLadder TV, и это обзор последней недели зимы. Победители фасткапов прошедшей недели вы видите на своих экранах. Более подробнее можете ознакомиться на сайте dota2.starladder.tv. Не забываем, что при победе в фасткапе на 16 команд и ММР-капе на 8 вы получаете шанс побороться за слот в Сэмми. Также напоминаю, что StarLadder анонсировал ладдер призовые. Не упусти свой шанс в борьбе за $1000. За слот в Сэмми в рамках 103-го круп-капа боролось 56 команд. Все коллективы были из аматорки, за исключением АВЭ. Как раз таки они дошли до плей-оффа и, отыграв 3 захватывающих матча, АВЭ одержат победу на турнире. Поздравляем их и желаем дальнейшего продвижения по ладдеру. Радует, что большое количество команд выполнили условия для получения инвайта на викенд посреди недели. Борьба была очень серьезной, и в финальной схватке склеснули Сториас и Хантбой. Победителем выходит Сториас. В субботу было очередное сражение за слот в Старквалы в рамках Викенд Капа. В верхнем полуфинале сражались Нерс и Рос. В нижнем Оп и Вив. Победу на турнире одерживает команда Nerd Rage. Ну и, конечно, они получают слот в Старквалы. Как и на прошлой неделе, в воскресенье было много участников. За очередной слот в Старквалы боролись 46 команд. Четверка полуфиналистов образовала следующее. Нут, NoIO, Rebellion и Бас. Как вы видите, в финале мы лицезрели сражение между Нут и Бас. Победителям вышли последние. Поздравляем все команды с победами на викендах и желаем быстрого продвижения по ладдеру. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылочки в описании. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Тексас. Пока!